Помимо этого, правительство продлило на 7 лет выплаты многодетным на погашение ипотеки. Это значит, семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030, смогут получить 450 тысяч рублей и использовать их как платеж по жилищному займу. При этом кредитный договор должен быть заключен до начала июля 2031 года.